Представители люберецкой полиции проводят разъяснительные беседы с подростками. В рамках всероссийской акции «Призывник» сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних посещают высшие учебные заведения, колледжи и техникумы округа. Они напоминают студентам, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность и какое наказание грозит несовершеннолетним за совершение преступлений. Подросток, достигший 16 лет, подлежит административной ответственности за любое правонарушение. А уголовная ответственность у нас наступает с 14 лет за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Подлежат уголовной ответственности уже все молодые люди с 16 лет полных за любое преступление. Будь оно небольшой тяжести, будь оно тяжкое, за любое преступление будет нести уголовную ответственность. Также в беседе с несовершеннолетними сотрудники полиции рассказывают о вреде употребления наркотиков и психотропных веществ. Во время лекции подросткам показывают профилактические фильмы. Подобные акции проходят на территории обслуживания ведомства постоянно.